Утром почти все время висит, потому что утром нету ветра, а ему ветер самый плохой. Надо было мне тоже телефон взять, так что нельзя. Ну ладно, честно. Он идет, идет этот самый шапки шерстяной. А второй телефон. Всю жизнь был гопником и это самое. Из рабочей семьи. То есть я никогда вообще даже не задумывался о том, что можно быть работодателем. Но если бы я задумывался, сейчас бы уже, наверное, уже бы и не был. А вот, да, надо... Ну, лучше поздно, да, чем никогда. Вон, бабуля, видишь, зажигает. Ну, в смысле, этим самым, работать. То есть, частник, пожалуйста, летай сам на своем параплане, а катать не-не. Вот, и здесь, по идее, то же самое, катать не-не. Сам привез свой шар, сам летал. А бизнес нельзя. Он да, запал, он совершенно дикий, он, то есть он просто сравнение там, допустим, с таким, как я, он просто невероятный. И как бы да, вот их тащит именно гормональный фон, что там, молодость, ну, гормональный фон. Я тут тоже раньше всего не знаю. Поэтому, например, если нанимать на работу, ну, вот элементарно, слышно, с точки зрения бизнеса, нужно нанимать только молодых. Ничего удивительного в том, что старые на работе никому не нужны. Молодые, продуктивные, в разы. Я это, между прочим, узнал в Сикиме. В Сикиме у людей, у которых дорогие машины, ну, почти у всех шоферы там по 15, 16, 17 лет. То есть совсем молодые. Там, по-моему, 16 права, да, 16 лет. Потому что молодость, как бы, их прет, их распирает, они стараются. Такую фигню делать, да еще и за денежку, это куда интереснее. Это называется делегировать. И ты можешь спараллелить. То есть ты делаешь одно, параллельно кто-то делает еще. У тебя получается там, полтора раза быстрее. Вот написание как бы текстов, оно да, его нельзя. Точнее, его тоже можно делегировать, но сложнее. То, что ты умеешь, как бы, обучить другого и отдать ему часть, это как бы, ну. Вот, и теоретически можно подходить вот к каждому, каждой вот этой вот самой, говорить там, у меня тут малый бизнес, мне нужна помощь. Я готов платить там столько денег за такую работу. Вот он, видишь, энергетика впитывает. Косяком идет? Да. Что, как энергетика впитывается, нет? Но парень это работает. Мы не раз сюда, поделили не было само динчено. И говорим, а ты говоришь, динчено. И говорим, а ты говоришь, динчено.
পয়েন্ট অর্গন বেঁচে রয়েছে, একটু দাম দিয়ে গেল। यस्तो नर्मल भयो रहेछ, जहिले नै अनिन्द्रो अनिन्द्रो बसेर हैरान गरेँ कि। मैले भन्न त भन्छ कामी पानी चोर्नु जात होस् होइन, तैँले अहिले पनि भन्छ क्या, तैँले मन पर्नेसम्म घरमा माग्न आइदियो भने होइन हामी दिनीमा तयार छ недалеко ушли. Корейцы, они вообще симпонсы, можно сказать, что родственники. А китайцы, они, да, не родственники, но культуры похожи.